Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Автопроизводителей накрыла волна своей пандемии. Пандемия отсутствия электронных компонентов. Из-за этого заводы решили сократить или вовсе остановить производство. Речь, к примеру, идет о Toyota. Руководство компании распорядилось урезать выпуск авто почти наполовину. Угодил в эту яму и АвтоВАЗ. Он с 23 августа остановит все конвейеры. Ничего хорошего рядовым потребителям данная ситуация не сулит. Как известно, дефицит порождает скачок цен. Трасса 101. ГИБДД напоминает, что начинающие водители со стажем до 2 лет обязаны размещать на стекле наклейку с восклицательным знаком. По словам автоинспекторов, некоторые новички этого не делают, считая, что тем самым они вызовут насмешки со стороны других, более опытных шоферов. Однако это чревато штрафом 500 рублей. Кроме того, недавним ученикам автошкол нельзя перевозить опасные грузы и буксировать другие транспортные средства. Трасса 101. Чем дороже машина, тем наглее водитель. Об этом на условиях анонимности изданию «Автоньюз» рассказали инспекторы ДПС из разных регионов страны. По их наблюдениям, чаще всего качают права владельцы «Вольво» и «Порше Каен». Задиристостью также отличаются молодые особы, передвигающиеся на наглухо тонированных, подержанных иномарках. Кроме того, по словам стражей дорожного порядка, забавно на людей в погонах реагируют водители на новых престижных иномарках. Они искренне не понимают, почему их остановили. Трасса 101. Ульяновский автозавод к своему 80-летию собирается представить новый внедорожник. Это должно произойти в начале сентября. Что будет представлять из себя машина, держится в секрете. Возможно, это будет так называемый «русский Прадо», следующее поколение УАЗ «Патриот». Как сообщалось ранее, автомобиль, в частности, отличает рамная конструкция. Моторы у него должны быть помощнее – бензиновый, 150 или даже 180-сильный. Также упоминалось о дизельном двигателе от Ford Transit. Трасса 101. Перед многими из нас однажды встает вопрос оформления наследства на автомобиль. Все процедуры необходимо осуществить в соответствии с законом. Подробнее об этом расскажет руководитель отдела транспорта компании «Экскон» Константин Кузнецов. Наша компания предоставляет услуги по оценке автомобиля для наследования данного транспортного средства. Здесь необходимо предоставить документы, тот, кто вступает в наследство, и документы на автомобиль. Даже в данном случае автомобиль не обязательно осматривать, можно сделать это и без осмотра, потому что бывает, что невозможно автомобиль показать. Делаем документы, которые требует нотариус, и после этого человек спокойно вступает в наследство. Занимает по времени больше 3 дней, я еще ни разу не держал. Компания «Экскон» находится в Кирове по адресу улица Карла Липкнехта, 13. Телефон горячей линии 73 50 50. Сайт x-kon.ru. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». До свидания. Трасса 101.